Всем привет! Этой распаковочкой буду понемножку вливаться в общество ножеводов, ножеманов. То есть, как бы, интерес к этому делу у меня существует уже давным-давно, но как-то так глубоко не вникал в суть всего этого. Вот такая вот посылочка приехала. Новая почта. Экспресс-доставочка. В посылочке такая штучка интересная. Должна быть, во всяком случае. Вот. Ну, уже видно даже, о чем речь пойдет. Ссылочки у нас вот таких две пасты Dialux, серая и белая. Так, поехали дальше. И вот такая вот досточка для правки ножей. Досточка дубовая, кожа тоненькая, и вот таких вот два кусочка. Но эти кусочки будут фигурировать в дальнейшем будущем в моих видео. На примерах этих кусочков можно рассмотреть, какая кожа. Я в коже как бы не силен. Поэтому, может быть, знатоки оценят. Скажут, хорошо это или плохо. Ну, как по мне, вроде ничего. Симпатичная такая досточка. По ширине досточка 2 сантиметра, кожа по ширине, по толщине 2 сантиметра, кожа 2 миллиметра с каждой стороны, длина 25 сантиметров, ширина 5 сантиметров. До этого я ножики правил на обычном куске старого ремня и с пастой Гоя зеленой. Какой номер, даже не скажу. Скорее всего, что второй. Так, вот такая вот диалюксовская паста. С пастой Dialux не сталкивался ни разу. Вот мне даже интересно, как она себя поведет. Вроде как расхваливают ее на просторах интернета. Ну, по пасте Гоя сказать могу одно. Вот этот вот Ганза 711. Ну, я сидел минут, наверное, 15 и лозил его. В принципе, какого-то такого супер результата не добился. То есть, да, она работает, но это реально надо включить какой-то длинный фильм, запастись терпением и сидеть и лозить, и лозить. Вот. Попробуем, что будет с диалюксовской пастой. Цена всей вот этой вот посылочки, две пасты и досточка, 195 гривен в Украине. Плюс пересылка новой почты 17 гривен. Два вот таких вот кусочка кожи 20 гривен. То есть итого
195 плюс 120, плюс 20, 215 и плюс 17 гривен пересылка. Если кому будет интересно, где брал, пишите, я выкину ссылочку на продавца. То есть, как бы пока все. Сейчас хочу попробовать, как она работает, эта паста. Ну и потом покажу результат. Так, ребята, вот ножик мой. Многострадальный. Ножик у меня уже месяц почти. Ножом делаю все абсолютно, от там, порезки хлеба до порезки и зачистки проводов, строгания, то есть, ну, все абсолютно. То есть ножик в принципе режет, но рез такой агрессивный, и в некоторых местах есть замины. Я их навряд ли покажу, хотя нет, тут вот видно. Режущая кромочка немножко с заминчиками. И вот на этих вот заминчиках он на бумаге затыкается немного. Бумагу А4 формата он режет в принципе сносно. На газете это все намного печальнее выглядит. Мусата людского у меня нету. Есть мусат китайский, который идет там в наборе с ножами, кухонниками. То есть на этом китайском мусате я этот нож править не хочу. Поэтому, ну, вот запоминаем, как он режет. То есть, в принципе, режет, но местами подрывает. Рез получается такой. Чуть-чуть такой взлохмаченный. То сейчас хочу попробовать исправить все это дело вот на этих двух пастах и на этой досточке. Коль уж купил, будем пробовать. Весь процесс этот снимать не буду, потому что как бы в квартире такого места, где я в одиночестве остаться в данный момент могу, нету. Поэтому сейчас пойду на кухню и буду тренироваться. Ну и потом покажу результат. В принципе, тут все знают весь этот процесс. Как наносить пасту, как ножом водить и так далее и тому подобное. Мне вот просто интересно сравнить с пастой Гоя, потому что до этого я этими пастами не пользовался. Пользовался только пастой Гоя на куске ремня, который, в принципе, даже стыдно показывает тут кусок ремня. Поэтому он останется в нашем деле таким неизвестным X. Ладно, ребят, пошел я пробовать. Продолжим позже. Ну что, ребят, можно продолжить. Минут, наверное, 10 я посидел на серой пасте, белой пасте. Ну, на серой 5, там, на белой 5. Еще раз повторюсь, нож с заводской заточкой, то есть я его не перетачивал. То есть должно быть, по идее, видно гриндеровская такая заточечка, видите, отблескивает после гриндера. Ножом этим делал абсолютно все. Провода, хлеб, как я уже говорил, резал все абсолютно. Кости куриные просто брал, продавом рубал. Но об этом я сделаю отдельное видео, я думаю, будет интересно посмотреть, что может вот этот вот китайчик делать. Так вот, за 10 минут на пасте добился я вот такого результата. То есть рез очень ровный, никакой ворсистости
нету. То есть бумажку пилит как ненормальный. Хоть так, хоть так. По всей длине. Я уже немножко на себе вот потренировался. Рука уже побритая. То есть, ну вот. Видно, ножик бреет. То есть это после заводской заточки просто прошелся на пасте. Честно говоря, результат, ну, меня поверг в шок. Я не ожидал. Я думал, что вот такого результата можно добиться только после того, как там взял Апекс, сунул туда нож, посидел камнями, поерзал часик-другой, прошелся там 1500-2000 камушком, потом взял пасту на пасте. Оказывается, нет, можно просто взять ножик с коробки, 10 минут на пасте, и то 10 минут это я уже извращался, брить начал раньше просто. Хотел сделать, чтобы он брил еще лучше. Так что вот это вот дело, я думаю, 200 гривен стоит. Буду тренироваться дальше на кухонниках. Ну, это все будет чуть попозже. Кстати, вот это вот доска из ценной породы дерева сосна. Я думаю, еще появится в моем видео. Буду я из нее делать интересную штучку. Блин, я балдею с этого реза. Остался один микрозаминчик, но его убрать, это надо еще минут 15 посидеть. На пасте потереть, ну, как бы, мне он не критичен, потому что и так меня устраивает. Этим я уже буду заниматься, когда нож переточу, тогда я уже буду извращаться по полной. Значит, досточка отдельно 95 гривен. Плюс две пасты, итого 195. Можно было найти дешевле. Пасту саму. Досточку я дешевле не нашел. Пасту можно было найти дешевле. Но, опять-таки, в одном месте покупать досточку, платить за доставку. В другом месте купить дешевле пасту, заплатить тоже за доставку. В итоге оно получится, ну, сумма одна и та же, то есть больше. Поэтому смысла я не увидел. Так что вот так вот, ребята. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Еще увидимся.